герои нашего времени – это те люди, которых мы с вами не знаем. Вот они выполняют сейчас свою работу, создают нашу безопасность. Например, я думаю, сотрудники спецслужб. Для меня это герои нашего времени. Потому что у нас ничего не происходит, результата как бы нет, да? То есть обычно результат – это что-то должно произойти вовне. Вот эстрадная звезда, она поет, трясется, да? А толку от нее? Какой же это герой нашего времени? Это никто. А вот люди, работу которых мы не видим, а они работают и обеспечивают нашу безопасность. Вот это герои или врачи, которые операции сложные проводят. Они с утра до вечера спасают людей. Это ж колоссальный труд. И он даже не так вознаграждается, как мог бы. То есть вот они настоящие герои.